эксплуатируют эксплуататоры. Хорошо. А я за рулем. В общем, обычная кухня, обычная плита. Никаких секретов, никаких каких подводных камней, не подводных камней будет, никаких двойных днов. Нет, а и не думайте, что мы вот это потом разольем в бутылки и будем давать за свое. Да. Мы так и сделаем. Давай вот эти штуки тоже нафиг. Ну что, что они будут греться просто? На халяву. Зачем нам эти штуки? А вот, вот холодное что. Шутка. Ломаю на 4. Ну что, по углам их сейчас я буду их ставить. Так, у нас нагрузка так лучше, да, побольше туда. Прям вот похоже. Какая разница? Так. Вот и столик пошел. Так, теперь главное что? Чтобы кастрюлю вылезло. Потому что я-то ее мерил на эту, а на эту надо можно не влезть. Суть по всему делу. Чуть-чуть не хватает. На этом, собственно, и все закончилось. Спасибо. В общем, все, не зря делали это ребро, все, оно хорошее, ну все, нам поможет. Буду ставить вот так вот. И я думаю, что комфортно все это. Интересно, когда она закипит. Так, давай я табуретки заливать буду. Да нет, давай тут зальем, а потом надо тогда... Занесем, думаешь? Аккуратно. Ну давай. Как, набрали нормально? У вас не побили сегодня? Побрызгали. А кого у вас? Я там один был. А я думал, что лучше не изменил. А, и ты запускаешь эту крышку, эту крышку привез. Открыли? Да. Так нет крышки от него. Ну а что там у тебя какая-то штука? Диск был, но он не по диаметру меньше, он туда провалился. Да это не важно. Давай. Кромка ставим. И вот так вот туда. На дальний картон. На дальний рубеж. Да, вы не шатается? Все. Большую. По центру поставьте ее. Встала на эти, на подставочке? Встала-то встала, мне интересно, сколько кипеть будет такое удаленно. Ребята пьют пиво. Забирай, да, я потом поставлю. Сейчас ты не будешь? Нет. Время. Смотрите, 31 из джита. Подливанчик. 20 литров. Нет, как его? Проливай. Чего? Отчет. Отчетный алкоголик. Нет, просто не забыл. Надо, чтобы это крутилось. Ничего, надо крутиться. А там один должен крутиться, второй не должен крутиться? Второй он там выходит, как бы это. Так, что... так, ну что, все. Одевай. Я пойду-то мне касаюсь, я издалека. Одевай. А это, сказать, наши зерновые, так как и швы. Давай сам снимаем вот эту 5 кило PLL. Вкусняшка. А как он на вкус? Попробуй сейчас. Так, это мёртвый второй. Это карамелька. И... Что-то на какую-то болезнь похоже, меланоида. Не меланоида. Меланоидиновый. Это еще больше. Вот, можешь красавчик. Как-то справились. Не знаю, как. Может, Наташке один? Так,
А это... Он отказывается, одевайся. Я не отказываюсь. Где это? Вот здесь. А дайте оператору проводить Wi-Fi. А я так думаю, что в моем случае в капюшоне главное, по поводу... Это что, так вот этот костюм? Так как мне не посланет, это фартук. Вот. Это просто нужно. Стоп. Тут Тодорович разобрался, как он разбирается. Так, это. Вот, смотри. Легким движением руки фартук превращается в... Большой фартук. Ток хз. Влезет? Башка пошла. Худо-бедно. Ржется. Да, мы сейчас тоже. Ребенка нет дома? Нет. Слово, сука, можно. Наделим. Ну его тоже, и будет он такой красавчик. Все. Так, что это у тебя за прибор? Видишь, 25 градусов. Не фокусе, но я тебе поверю. 25 градусов. Комнатная, что ли? А там 26. Тут 24,9. Ну мы же холодную наливали-то. 23. Ну он сейчас дальше там вниз пойдет. Ну ладно, это мы потом все. А прибор поверенный? Поверенный, опломбированный. Так. Стоп, опа. Что там? Она подтекает. Кто подтекает? Кастрюля. Что, сильно подтекает? А, нет, может конденсат, подожди, это вот снаружи. Холодная вода тут. Так, раньше времени не наводим кипиш. Это конденсат, походу, просто собирается, скатывается. Тут холодно, тут нормально. Так, ну что? Мелим. Нет, давай. Молим или мелим? Я буду... Объявляй, что мы выбрали. Я тебе уже показал, вот это PLL, не знаю, там, сколько сейчас будет, посчитать. Так. Мы сегодня используем PLL, SOD. Ну и там фокусы хоть остаемся. Нет. PLL. Ну это все, это 5 PLL. И солод. Меланоидно. Он уже пошутил по этому поводу. Меланоидно. Что ж, хороший солид. Солид. Хороший солид. В общем, все будет здорово. И рахат-лукум какой-то. Карамюнх. Карамюнх. 24, подожди, сейчас посчитаем. 24 на 3 поделим, и сколько получается? Делим на 3 или умножаем? 8. 8. Ну, значит, все, в принципе, высыпаем туда. Вот, последнего берем, этого берем половину, а остальных все полностью. Это чисто так, для цвета. Взрывай. Дай одно зёнышко попробовать. Папа, может, ножничками, Саша? Давай. Ты давай какая-то кружка привыкай. А в любом случае? Написано 50 килограмм в час. Вот как хочешь, так и добирайся производить. Дай одно зёнышко попробовать. Есть его? Клюй. Пахнет прикольно. Да. Вкусная? Да давай отсыпем его, пускай. Ну вот, ты сейчас снимал, да, такой прям. Запах-то пошел. Так, ну давай, отсыпь я. Ты давай вот так вот, да, вот. Там что-нибудь идет вообще? Ничего не идет. Почему? Не знаю. Пальцы не суй. Сейчас обратно пробу. Ааа, Гоша, ручка второго. Папарапа. А, ну не идет, потому что этого движения вращательного-то нету. Ручка не приделана. Вот мы починили все, что Саша сломал до этого. А попкорн скачет. От скорости это не зависит? Да, мы же это с первого варка. Что-то очень много целей, по-моему. Да, мы сейчас ее перемалывать все вообще. Жарковато становится. Жара. Гоша сейчас вообще весь вспотел. Нормально, специально худею. Гоша специально худеет, молодец. Вы думали, это Каспер? Вы думали, это костюм Каспера? Это Гоша на магазин на диване купил сауну. Ой, слушай, запах прям отсюда какой-то. Вкуснючий. Я же говорю, вкусный, попробуйте зернышко. Попробуй, что это? Гоша, что? Мы сейчас посмотрим, как оно тебя тут торкнет, потом же пришло. Вот это вот
затор, когда выливается. Ну, то есть варить ничего не будет, так попьем. Так, большой же сливаемся. Я поехал пиво попить, но меня тут припахали. Ты одевайся давай. Припахали. А тем временем квит. Положите на динамику. 27 уже, так нам 24 лет. А нам надо до 100 хотя бы, да? 80, 82 хотя бы. Нормально, нагревается. Покажи температуру. Ну, а что сейчас, наверное, так сбросил? Не, ну. Ну, там сейчас будет показывать, потому что 28,6 сейчас надо. Я же меньше давай. Сбывает, ну что не будет все же. Эксплуатируют, эксплуататоры. Шел пятый час. У нас объем заторника 47 литров. Стой, не касается мочки. 47 литров. Объем воды 20 литров. Так. Значит, нам нужно, чтобы это было не больше, чем 22 литра. Лучше, конечно, тоже 20. Но они адсорбируют воду еще. То есть, как только... Объем-то никто не девается. Что, она столько поглотилась, то у нас только и набухло. На камеру сейчас сраться будем. Не насколько набухло, но представь, она полая. Объем она занимает. Там откуда взяться лишнему объему? Неоткуда. И уйти ему тоже типа неоткуда. Плотность у этих штук какая? Нет. У нее увеличится плотность, когда она наберет воды. Ладно, какой-то, может, коэффициент там есть, но не нужно. Ну, давай на этом и сойдемся. Господа, достопочтенные теоретики. Смени вон. Да ладно, он только потеть начал. Смотри, мука одна. Так, давай посмотреть, какой у нас тут объем. У нас объем 18 литров. Что нас, в принципе, устраивает? Что нас, в принципе, устраивает. Снимаешь 18 литров? Нет. Вот, 18 литров. Хорошо. Снял? 18 литров. Вот, можешь солод показать? Вот примерно до такого состояния мы перейдем. Ну да, ты просто не видишь, что еще кроме муки тут полно всякой этой шелухи. Это стихи. Так, ну что? Тут. Господи, что ты там делаешь? Ага. Это, так сказать, импровизированная крышка, которую мы не взяли, но как бы да. Ну, 5 нам. Как-то так. Как-то так. А где выход тема по? Шрудрам вашу красиво возьму, чтобы было видно шрудрам. А вторую половину говорит, хренач, как есть. Как на душе ляжет. Да. Но я так не люблю делать, так будет сам чипить. А я буду пить сразу, вот так берешь. Из горла так. Потому что, как говорит биоэксперт, главное, чтобы все пузырьки вышли. А потом быстренько вошли. А потом быстренько вошли. Вот такая красота. Ой, пахнет елочкой. Вкусно пахнет хвой. Да, не сеет пар. Ну, в общем, хорошо помыл бокал, у меня все хорошо помыто, нигде ничего на стенках не остается. Хоть я и не с этой не смыл. Все, сам же давай, поехали. Это первую варку, Гоша. Чин-чин. Залирай. Слушай. Сейчас его перемкнет. Надо ехать еще брать. А кто за рулем? А Гоша за рулем. Не сегодня. Но ваше впечатление? Горькое. Очень. Очень вкусное. Горечи вообще не чувствуется. Кстати, да. Когда пьешь? Я 180 вообще не дал бы, когда пробовал. Ну, такое прям горькое. А вот потом... Очень вкусное. Такое оно. Горько-вкусное. Давай, показывай. Да, мастер-класс. Ингредиенты все. Александр у нас поет чем-то. Надеюсь, вы после этого выживете. Глаза вылезли. Юлия Высоцкая прямо-то. Готовим дома.
саунчик прям пощедрее, пощедрее. Да, он пьяный, он помнит. Там соли потом не чувствуется. Там табаско все делает. Да, в принципе, томатный сок тут уже не важно. Персиковый, абрикосовый. Виноград. Как это называется? Никак не называется. Что, водки? Давай сейчас водки еще нальем и будет. Не, я за рулем. Вот ему можно, а мне нет. Мне такую штуку делали, так еще половину водки. Кроме томатного сока. И сельдерея. Половина? Ну, половина водки, половина томатного сока. Александр, посмотри на меня. Скажи, горячо ли твоему пальцу? Заторник. Внес? Вот это квадратная хернюшка называется заторник. На пол не заставить. Ставь сюда ко мне. 77. В общем, ребят, осталось минут 5 сейчас еще подождать. Слушай, на стол-то на центр надо ставить, иначе перекосит все. А Гоша у нас теперь самый трезвый пивовар. 86. У нас сейчас Гоша будет пивовар. Там тебя в группе предложили закопать. Кто? Кто-кто. Меня? Да. Потому что ты трезвый. Ты что ли предложил? Нет, я просто настучал на него, сказал, что он трезвый. Нам нужен какой-то трезвый элемент. Глупости. У нас Наташка есть еще. Трезвый элемент неожиданности. Так не в ту сторону, наверное. Опасный момент. Так, снизу тоже перенес. Нормально. Через руку, через руку. Кипяточек пошел. Плещ. Да как-то засыпалось хорошо, залилось. Так, давай сразу в сторону, вот, потому что убирать сейчас и ставить надо будет. Ну что, если он тут поставить? Не надо. Горячий. Не надо. Ставь обратно туда. Что-то. Вот так, просто поставь обратно. Так, все, быстренько. Замеряйте. Ой, пузырики идут. Сейчас замеряйте температуру. Ну что, там пузырики идут. Нормально, ну воздух там внутри этой трубки сейчас на данный момент. Он здесь! Все. Сколько показывает? Не знаю, 34-48. Ну сейчас покажешь. Ты 50 покажешь? 58. 64. Да нужно, чтобы 75 было. Говори 75, да идем дальше. 86. 74.1. Все, поехали. Процесс пошел. Так, я засыпаю сюда. Ты мешаешь, чтобы камушка не была. Мешай. Да сейчас еще. Мешай. А, запах какой пошел. Запах. Красота. Мешай. Алхимики хреновые. Тут две лысины. Снимается. Давай, разбивай. Угу. Все, у тебя все. Так, давай температуру мерить. Сейчас. Давай, я вмешиваю, мерить. Все, закрываю. Помешай их следующий, чтобы там не было ничего. И закрываем. Отодвини немножко. И еще немножко отодвину. Свой край отодвину. Собираешь? Да. Итак, господа, засекаем. Заснимаем время. 12.26. До 13.26 это все так стоит. Время не в фокусе. Так. Вот эту верхнюю левую кнопку нажимай. И отнимай туда. Самый трезвый из нас измеряет температуру. Саш, не налей ему на руку. Сколько? 43, но он набирает. Да, сейчас пока закроем. 52. Нормально. 7 градусов так быстро поднял. 58. Давай, в варежках. 60.
61 4. 63,8. Мешай лучше. 65,5. 66,2. Давай, давай. Дойдет, дойдет, нормально. Родная. 66,6. 3 шестерочки. Только барабанные палочки. 67,4. Все, нормально, поехали. Че, поехали? Нам же повышать до скольки надо. Да, или как он? 67,7. Ну хотя бы так, на тенденцию хотя бы поменьше. 68. 67,6, все. Все, поехали. Не, 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 вставай. Верни назад. Надо. Карантешечный. Трезвый хрен. Давай, мешай. Че, хреном не надо. Стой, 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 тормози, тормози. Давай, да, тормози. Хватит. Не, не надо ничего тормозить, мешай давай как следует. Мешай. Лучше мешай. Шевелись. Две трети наливаем, потом мешай как следует. Давай, смотри, сколько получается. 67,9. 69,1. 69,7. 71. Сколько надо? 80. Какую 69? Должен 70. 70, я же сказал. 71, 73. Выливай все. 70 уже. Ты же сказал, больше 71. 72 нормально. Сейчас все. Как раз 5 литров хорошо войдет. Сейчас подостынет немного. Норма боя пройдет. 74,2. Бля, остужай. Дуй, Гоша, дуй. Дуй, дуй. Мешай как следует. Мешай. Да, конечно. Ух. Сказал. Нормально все, забей. Не спеши. Не спеши. Как Максим сейчас говоришь. Не спеши. Давай. Вообще сейчас 74. Она выровнялась. Наш, видимо, в этот закрывай. Кипяток. Все, 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 все. Нормально. Опа. Так, ну чё? Все, ништяк. 20 Максимке минут. Привет. Не знаю, кто такой Максимка, привет. Видео уже стоит, снимешь. У нас тут все красиво. Хмель. Можем кнопочку насыпать. Хмель снимали. Снимай пьяного Серегу. Хамели сумели. Оп. Сумели, сумели. Так, 4. Мы сумели достать. Мы ничего ни от кого не скрываем. Чинок, да? Каскад. Каскад. Еще один каскад. Цитра. И цитра. Так, это раз, два, три. Ну, в принципе. Так, сейчас. А у меня где-то табличка тут что закидываем. Или я так уже. Вообще что-то все стрёмно. Так, ну что, будем нюхать, что у нас. Чинок первый пойдет. Ноль тебе. Параллельно хотел тебя попросить рассказать про воду, которую мы варим. То есть мы, чтобы все знали, что мы не из-под крана воды набрали. Нет. Мы сейчас видос еще запилим, как я ездил, снимал все это в Ознобишино. Я его потом добавлю. Да. То есть там все, там святой источник. Пиво православное, как бы это. Итак, вода у нас взята была из святой источника Знобишина. Ну, там какой-то крест стоит, я не знаю, святой он или святой. Вот. Так, а вот состав расскажи нам этой воды. Ну, я уже не помню. В общем, похож на дублинскую воду по химическому составу, а там... Да пахнет, пахнет уже прям. Хорошо. Так, значит, первый у нас идет, это вот сейчас мы тут чинока положим. Второй 100 грамм каскада. Так, ну, поскольку варка первая, ничего с весами заморачиваться не будем, хотя весы у нас есть. С весами заморачиваться не будем, мы аккуратненько отсыпем на глаз. Ну, ой, там, я это уж совсем, потому что будет. Вот, это мы добавим уже перед выходом. То есть попробуй. Ребята, хмель у нас до хрена. До хрена. То есть всем понятно, что варим ИПА. Сейчас подумаю, еще прищепку возьму. А это вообще нормально. Каскад сюда. Цитра.
подписи, потому что половина еще пойдет на охмеление сухое. Это я не знаю, что такое. Так, давай заодно, наверное. Давай. Ну, знаю, что выдержит ли ручки. Стой. Ставьте по центру. Поставь, сейчас заливай, будет неудобно с этого торца. С какого торца? Воду. Вот все удобно, нормально. Так, еще пару минут еще. И мы за эти 2 минуты давай выливаем. Ты главное кран не зацепить. Вот эту херню. Выключаем. Температура у нас там не очень интересует. Ну и хотя давай поинтересуемся. Минуты начались. О, вот она. Моешь как раз. Зачем она нам нужна? А мы через нее будем поливать сейчас вот из этой кастрюли из всех остальных. Ну что, в алюминию будем рисковать? Ну нафиг. Чугуни. Чугуни. Ну не совсем чугуни. Тут только сковор. А, вот. Ну вот еще одна большая линия. А ну? Да, давай. Но вы так не делаете. Плещинами. Давай, давай, кисти тренируй, тренируй. Так. Хорош, нормально. Так, ну что? Открываем. Красота. Открываем. Стоп. Что не так? Первые 2 литра нужно выливать обратно. Как сказали, у нас есть... Ну, если твой бокал. Где мой бокал? Не бокал. Они же чистые? Я же все помыл же. Давай этот, давай я сразу душ ставь. Сюда? Да, да, я буду обратно. Через душ? Да, да. Смотри, как хорошо льется, да? Ну, пока да. Мы же попьем. Серег, ты не оттуда снимаешь, иди сюда. Да, он снимай, там вообще попарация. Там он еще одна, надеюсь, нас берет. Свет. Ух ты! Ах, это хорошо так как плеснуло. Ай-яй-яй-яй-яй! Сладенькая. Сладенькая. Не очень ясно, зачем через курс, но... Че, все? Приплыли? Да. Еще мешать. Хорошо фильтрует? Хорошо. Все. Первые 2 литра, говоришь, они же последние, да? Ну, тут литр, да, 1,5 литра сейчас отсадили. А дальше можно, да, чтобы сливалось? Да, дальше можно, чтобы сливалось. Не знаю, мне тут солоды, тут хмелем пахнет, прям... Уже крафт пошел. Сейчас участковый пойдет. Пускай идет. Познакомимся заодно с участковым. Дай камеру. Ну. Камеру давай. Пошел делать. Квас напоминает по вкусу, кстати. Андрюха варит квас. Андрюха известный. Ой, ты чего? Известный. Когда на телефон свой не ступи. Какая красота. Нас устраивает такая струя или лучше чуть-чуть помешать? Да я думаю, не нужно, пускай. Пока льется, пускай льется. А температура критична для нас? Не. Какая будет? Главное, чтобы там... Как дрожь... будет сливаться сейчас этот, как оно дробину покажет свое, мы начнем уже лить туда подушком. Ну все, тогда ладно. Пока. Ну что, Костя, поздравляю. По крайней мере, до Суслова мы дожили. Да, до Суслова мы дошли. Дырок побольше наследуем, вообще будет хорошо. Все, знаешь, неплохо. Нормально, пропускная способность нас устраивает? Нас устраивает. Ну, что, помешаем сейчас. А на какой стадии мы будем это уже в самом конце, вот, да? Не-не-не. Перед внесением дрожжей, да, дезинфицировать? Да. Там нужно будет заранее все включить. Вот туда, в ту сторону. Оп. Дождик там! Ай-яй-яй! Да ладно, ай-яй-яй.
уже почти 30 литров. Кашка такая. Малашка. Ну, подожди, сейчас. Закрывай. Вот так? Да, как неестественно, так глаза у меня, наверное, там. Руку Самыч убери. Или я правую? Убирает сволочь. Убери правую руку, говорю. Да. Да. Вот так. Зачем? Гош, на ясно. Давай, я туда наоборот так смотрю. Все. Серега, давай, открывай. Сейчас с затворником Серегу сниму. Серега, затворник. Руку убери свою. А я вот так. Ой, блин, а я еще снимаю все это время. Царь красный какой прям. Красавчик. Я сейчас про напиток. Я про Серегу. Да, красный эль. А шел какой-то не такой красный, как будто бы уже. Да, получился, смотри, такой. Прям, смотри, какая красота. Тебе мы Каханскому пошла такую фотку. Так будет еще гуще, если или нет. В общем, непонятно. Будет гуще или не будет. Давай. Я снимаю. Вот тебе, в общем, полчаса. За эти полчаса ты уже куда-то кидать всю эту фотку. Равномерно. Сам кидай. Какой? Но а чтоб ты нас не обманул, мы ставим видеозапись. Какой? Вот первый, видишь, ближе все. Потихонечку, полигонечку. Да, я первый кинул. Я подвел, по-моему. О, больше. А можно еще две? Давай, давай. Человек, давай. Чего? Все. Хмелегенератор. Оп. Что там, вода и дрожжи будет? Вода кипяченая, тем более, вкусно хочется. Ай. Две секунды не сломала. Так, сейчас. Так, это что у нас такое? Это у нас... Ты уже снимаешь, что ли? Да. Что, я твою работу сделал? Ты что, уже уматываешь, что ли? Нет, я, в смысле, на мину закидал сейчас. А куда он умотает-то без машины? Через весь Подольск. Пешком. Я сюда, наверное, вот пешком хожу. Ну как, собственно, и сыпишь-то? Сверхен, бульончик. Нормально. Еще 6 минут. Нам еще 6 минут, вот я же тут еще закину. Все. Нормально. Сейчас, выжму. Первая варка. Ух, тут вообще жара. Так, продезинфицировать чиллер, засунули его в кипящую воду. В кипящее сусло. Ты давай наш это, не обижай воду. Переливаем. И главное, чтобы в воздухе не осталось трубка, Саш. Иначе... Я это пересмотрю. Ну, чтобы не сорвали, так запутаны. 10 литров.
Давай, так будет 20 литров скажем. И компрессор надо работать. Переливаем. Пиво вкусное. Будет, наверное. А, компрессор будет? Да. Нет, это мужик сверлит вообще-то, компрессор булькает, да? Сколько температуру показывает, смотрите. Все, мы все сделали, дальше дрожжи пускай работают, неделю пускай пофуричат, а там будем уже переливать доброжилок. Температуру мы вроде выдержали, тайминги все тоже. Особенно на заторе хорошо температура получилась. Все, всем спасибо за внимание. Поехали.